Всем привет! Продолжаем наш новогодний марафон. Сегодня будем готовить простое ресторанное блюдо. Нежнейший тартар из лосося. На две порции нам понадобится 200 грамм малосоленого мелко порезанного лосося. Можно воспользоваться готовым вариантом или засолить самостоятельно свежий лосось. Разводим в пол-литре горячей воды 160 грамм соли. Полностью остужаем, заливаем лосось на 10-20 минут и все готово. К нему мы добавляем чайную ложку соуса терияки и 20 грамм мелко порезанного красного лука. И оставляем его пока в сторону мариноваться. В отдельной миске одно спелое авокадо давим вилкой, солим, перчим и добавляем немножко лимона. Одно спелое манго режем кубиками. Начинаем собирать тартар в кулинарном кольце. Выкладываем слоями манго, пасту из авокадо и слой рыбы. Хорошо утрамбовываем, слегка посыпаем кунжутом и добавляем один куриный желток. Подаем с крекерами или подсушенным багетом. Подпишись!